на стойку регистрации по 2 человека. Мы все свои документы держим в своих руках и никуда их не пускаем. Чемоданы, заполнение документов и небольшое волнение. До отъезда остались считанные часы. Ребята из Одинцовского городского округа отправляются в город Евпаторию на отдых в лагерь «Гагарин». Отправляются детки в трудной жизненной ситуации, детки опекаемые и детки малоимущие. У нас таких 50 деток, это первая смена, у нас всего будет 3 смены. Мы всего отправим в Крым 151 ребенка. Сопровождать детей будет Денис. Опыт работы с детьми он приобрел давно, проводил праздники. Помимо этого прошел 3-месячный курс обучения на вожатого. Я работаю с детьми, я работаю и вожатым, и еще до этого я работал аниматором, и поэтому я детей очень сильно люблю, я всех очень сильно обожаю. Перед поездкой все дети и вожатые сдали тест на коронавирус. Впереди путешествие на 21 день. Большинство ребят, уезжающих в Крым, из многодетных и малообеспеченных семей. Такому подарку были очень рады. Обычно это какие-то кружки, какие-то развивающие занятия, также проводятся всякие конкурсы, мы ходим на пляж купаться, но и какие-то определенные вечерние мероприятия. Я хочу посильнее загореть и хочу, чтобы этот отпуск мне очень хорошо запомнился. Ребят ждут мастер-классы, выступления на сцене, спорт, конкурсы и, конечно же, теплое море. Первая группа юных отпускников уже отправилась на смену «Звездные дети». Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».